Находимся с Машей на набережной сейчас. Папа, ну купи. Вот решили поинтересоваться, чем кормят на... Ладно, я буду играть. Хорошо. На кафе корабле. Причал с 11 до 17 часов. Вот смотрим цены. Борщ 50 рублей, бестроганов 150, гарниры там, баклажаны, гречка 70-35 рублей, винегретик по 40. В общем, вполне цены такие нормальные, можно питаться.